Мы хотим, чтобы не только дети знали вот современные мультфильмы, современные кинофильмы. Мы все-таки не зря его назвали «В гостях у сказки», чтобы дети больше тянулись к нашим исконно русским народным сказкам, знали их героев. И я думаю, что само название как бы старой доброй программы телевизионной в свое время «В гостях у сказки» мы взяли за основу нашего сегодняшнего современного фестиваля ростовых кукол. Для вот этого шарика тут и победил. Готовы? Раз, два, поехали! Совсем не важно, что вы уже стали взрослыми, в сказку сегодня может попасть каждый. Вот, например, персонаж из «Алисы в стране чудес». Что вы сегодня пьете? Мы пьем исключительно волшебный чай. Вкусный чай, безумный чай, веселый чай, любой чай. Дай чай и отвечай. Как у вас вообще настроение? Я бы сказал, очень необычное, немножечко отличное, веселое и жизнерадостное. А главное, сказочное. Это точно. А вот Алиса в «Стране чудес», ты у них чай пила? Да. И с чем он тебе попался? С радостью. Мне все понравилось, очень интересно, очень много ростовых кукол. Прям для ребенка впечатление незабываемое. Для себя, конечно, тоже окунулся в сказку. Ну как, в костюме жарко? Очень. Чувствуется сказка, сегодня она повсюду. Сказка вообще каждый день, но сегодня она особенная. На центральной площади Белгорода сегодня проходят все персонажи сказок, мультиков и фильмов, о которых все знают. У нас замечательное настроение. Почему? Нам очень нравится. Детки были веселые, и мы с ними прекрасно поиграли. А представляешь, если бы каждый день по городу ходили такие огромные ростовые куклы? Я думаю, что все были бы гораздо более добрее, спокойнее при виде этих ростовых кукол. Люди бы улыбались, получали положительные эмоции. В принципе, мир был бы чуточку лучше. Даша Яготинцева специально для «Мира Белогорья». Мы хотим, чтобы не только дети знали вот современные мультфильмы, современные кинофильмы. Мы все-таки не зря его назвали «В гостях у сказки», чтобы дети больше тянулись к нашим исконно русским народным сказкам, знали их героев. И я думаю, что само название как бы старой доброй программы телевизионной в свое время «В гостях у сказки» мы взяли за основу нашего сегодняшнего современного фестиваля ростовых кукол. Для вот этого шарика тут и победил. Готовы? Раз, два, поехали! Совсем не важно, что вы уже стали взрослыми, в сказку сегодня может попасть каждый. Вот, например, персонаж из «Алисы в стране чудес». Что вы сегодня пьете? Мы пьем исключительно волшебный чай. Вкусный чай, безумный чай, веселый чай, любой чай. Дай чай и отвечай. Как у вас вообще настроение? Я бы сказал, очень необычное, немножечко отличное, веселое и жизнерадостное. А главное, сказочное. Это точно. А вот Алиса в «Стране чудес», ты у них чай пила? Да. И с чем он тебе попался? С радостью. Мне все понравилось, очень интересно, очень много ростовых кукол. Прям для ребенка впечатление незабываемое. Для себя, конечно, тоже окунулся в сказку. Ну как, в костюме жарко? Очень. Чувствуется сказка, сегодня она повсюду. Сказка вообще каждый день, но сегодня она особенная. На центральной площади Белгорода сегодня проходит...
настроение. Почему? Нам очень нравится. Детки были веселые, и мы с ними прекрасно поиграли. А представляешь, если бы каждый день по городу ходили такие огромные ростовые куклы? Я думаю, что все были бы гораздо более добрее, спокойнее при виде этих ростовых кукол. Люди бы улыбались, получали положительные эмоции. В принципе, мир был бы чуточку лучше. Даша Иготинцева специально для Мира Белогорья.